Бытовая швейная машинка Чайка 142М. Вот, все, сейчас она в идеальном состоянии. Почищена, смазана, пластина шлифована. Вот натяжитель нити новый поставили, рабочий. Подключили свет, сейчас работает подсветка. Вот, подсветочка, все есть у нас. Вот, здесь поставили новый электропривод с отдельным проводом, подходит ремень новый, все новый. Вот, как вот, такое красивое, идеальное состояние. Сейчас прошьем, сделаем строчечку. Ну и как бы, ну как бы с этой машинкой будет у нас, наверное, все. Намотка нита, кстати, здесь тоже все работает. Вот сейчас, сейчас строчечку сделаем, и будет все замечательно. Вот уже как бы пробовали, строчки хорошие, идеальные. Надо подтягивать. Вот как бы строчки. Ну вот и все. Новый привод. Все здорово и шикарно.